Не судите, люди добрые. Детство мое пришлось на конец 40-х, начало 50-х годов. Война, безжалостным катком прокатившаяся по нашей стране, по улицам городов, деревень, по образу жизни, по душам людей, не спешила уходить в прошлое, часто напоминала о себе. Напоминала то инвалидами, покалеченными войной, лишившимися зрения, рук, ног, то людьми со скорбными лицами в ветхих одеждах, озабоченно спешащими куда-то, то отсутствием хлеба на домашнем столе и нескончаемыми очередями в магазинах. Не мог каток большой войны не зацепить и наши детские души, не оставить в памяти ярких и тягостных впечатлений, не повлиять на наше воззрение, развитие. Одним из таких впечатлений мне и хочется поделиться с тобой. Дорогой читатель, жаркое лето 47-го года. Страна готовилась праздновать 800-летний юбилей столицы. Это была для нас во всех отношениях важная дата. День рождения Москвы и недавняя победа над фашизмом вселяли в людей надежды на неизбежность перемен. Вот тогда-то я и увидел его, человека, встреча с которым перевернула прежнее мое представление о жизни. До сих пор не знаю ни имени его, ни кто он, ни откуда. Сидел он у ворот сенного базара, скрываясь в тени от палящего июньского солнца, на деревянной тележке с шарикоподшипниковыми колесами, застеленный подержанным свитером. Ног у него не было. Две короткие культи, прикрытые серыми подогнутыми за спину брючинами, были пристегнуты к тележке воинским ремнем. На земле перед ним лежала серая засаленная фуражка для сбора милостыни. На плечах висел широченный пиджак непонятного цвета, из-под которого выглядывала поношенная тельняшка. Карманы пиджака топорщились, огромные сильные кисти рук украшали татуировки. Лицо обветренное, со следами сильного загара, бороздили глубокие морщины. Трудно было определить возраст этого человека. Но мне, 7-летнему подростку, он казался глубоким 40-летним стариком. «Братики, сестрички!» Требовательно и настойчиво взывал он к людям, непрерывно снующим туда-сюда, звучно и артистично раскатывая букву «Р». «Не проходите мимо!» Подайте Христа ради на пропитание фронтовику, бойцу героического батальона, потерявшего здоровье в боях за Родину, за справедливость, за здравие живых. Я застыл. Он не просил, нет. Он требовал милостыни, и ему подавали. Все, или почти все. Многим людям подавать было просто нечего. Удивительно, даже милиция, строго следившая здесь за порядком, проходила мимо, как бы не замечая его вовсе. И это при том, что другим попрошалкам, я видел это, стражи порядка строго запрещали просить подаяния. Живите на пенсию, не позорьте державу. Я был в смятении. Как же так, протестовал мой рассудок. Одним можно, а другим.
Но тут же наперекор смятенному и протестующему рассудку где-то в глубине души шевелилось предательское чувство жалости и требовало участия и сострадания к этому получеловеку. Он воевал, он ходил в атаки и теперь изувечен войной. Я не заметил, как рука моя скользнула в карман брюк и нащупала там монету среди мелочи, выданной мамой на покупку молока и хлеба. Я стоял в растерянности, не решаясь приблизиться к нему. Меня пугала та агрессия, та энергия протеста, с которой этот человек требовал себе милостыню. Взгляды наши встретились. Он смотрел на меня прямо с вызовом, как смотрит на противника в атаке, простреливая глазами насквозь. Нерешительность мою он мгновенно истолковал по-своему, приняв ее за нездоровое пацанское любопытство к человеческому уродству. А может быть, почувствовал, что я осуждаю его манеру требовать милостыню. Чего уставился? Зенки сломаешь, вали отсюда, пока похари не огреб. И он разразился таким непотребным и виртуозным матом, который мне не доводилось слышать прежде и, надеюсь, не доведется услышать когда-нибудь еще. Пахнуло войной, атакой, ненавистью, смертью. Мне сделалось страшно и жутко. Тотчас же мимо уха моего просвистела деревянная чурка, одна из двух, что служили ему толчковыми приспособлениями при управлении тележкой. Вали отсюда, поганец! Я был потрясен, ошарашен, перепуган и поспешил покинуть это опасное место. Детский ум мой отказывался верить в реальность всего происходящего. Что это? Что? И за что? Обида и досада стучала в висках. Что я сделал ему? Но более всего я был потрясен. Нет, я был раздавлен реакцией прохожих. Они сновали мимо, как бы не замечая ни гнева, ни мата, ни агрессии этого потерявшего края и грани человека, и молча продолжали бросать свои медики в лежащую на земле фуражку. Все это было выше моего понимания. Мысли путались, разум стремительно погружался в беспросветный хаос. Я уже не знал, что в какой ряд поставить, и пытался втиснуть все происходящее хоть в какую-то человеческую логику. Пытался и не мог. Несправедливо стучало в мозгу. Не спеши делать вывод, противил сердце. С той поры духовная жизнь моя существенно преломилась. В ней появился какой-то надрыв, малопонятный еще семилетнему пацану. Чувство обиды душило меня и не давало покоя. Я стал искать случай, чтобы вновь увидеть этого человека, еще плохо себе представляя зачем, но искал. И случай не заставил себя ждать. Дня 2-3 спустя, где-то уже близко к вечеру, мама отправила меня в аптеку за стрептоцидом. Аптечный киоск, размещавшийся на Сенном базаре, был единственным в округе и представлял собой скромное помещение с прилавком, небольшим подсобным отделением и территорией для 3-4 посетителей, обслуживал которых мужчина-еврей с весьма представительной внешностью лет 40-45 от роду в тщательно отглаженных брюках серого цвета, в белоснежной шелковой рубашке с выбритыми до синевы щеками и торчащей во рту папиросой марки «Казбек». Когда он морщился от ее едкого дыма,
чуть прикрывая свои сонные веки и вяло приоткрывая пухлые губы, то миру сверкали, как некое чудо, одетые в золото зубы. Весь облик мужчины дразнил людское воображение и служил примером того, что жизнь порою кому-то удается. Я попросил у него несколько пакетиков со стрептоцидом и выложил на прилавке свою мелочь. Продавец внимательно пересчитал деньги, аккуратно высыпал их в появившийся откуда ни возьмись объемный кожаный портмоне, затянулся дымом от папиросы и исчез в подсобном помещении, оставив меня наедине с аптечной тишиной. Я получил возможность обдумать достойный план ответа своему обидчику. Получу лекарство, пойду к воротам рынка и выдам этому человеку все, что накипело в душе моей после его мерзкой выходки, фантазировал я. Как вдруг входная дверца киоска резко отворилась, и на пороге появился он. Мой обидчик на своей деревянной тележке с шарикоподшипниковыми колесами, преодолев невысокий порог так ловко, будто проделывал это каждый день и по нескольку раз на день. Мысли мои мгновенно переменились. А вдруг он узнает во мне того дерзкого пацана, что послужил причиной его ярости? Я струсил и стал лихорадочно обдумывать план своего бегства, как с удивлением обнаружил, что моему ненавистнику вовсе не до разборок. Преодолев порог аптечного киоска, он тотчас же стал судорожно выгребать из кармана своего пиджака собранную милостыню и ссыпать ее пригоршнями на прилавок. Из подсобки в клубах табачного дыма явился продавец, лениво отсчитал несколько пакетиков со стрептоцидом, молча бросил их на прилавок для меня, опять затянулся папиросным дымом, также лениво пересчитал медики нового посетителя и как-то, между прочим, обратился к нему. «Чего тебе?» Инвалид улыбнулся в ответ, как бы принося извинения за цели своего посещения, и промямлил: «Сам знаешь». Продавец привычным жестом открыл ящик, стоящий под прилавком, извлек оттуда и высыпал перед калекой 2-3 пригоршни малюсеньких пузырьков с одеколоном. Тщательно пересчитав их, пододвинул ему положенную часть, а оставшиеся пузыречки спрятал под прилавок и, продолжая дымить папиросой, устремил свой тоскливо безразличный взгляд в какую-то только одному ему видимую даль. Меж тем калека достал из кармана пиджака большую алюминиевую кружку, поставил ее на пол перед своей тележкой, откупорил пузыречки с одеколоном и слил их содержимое в свою объемную посудину, ловко выбрасывая опорожненную тару и колпачки от нее в картонную коробку, стоящую здесь вместо урны. Затем долго, торжественно и трудно глотал он это вонючее пойло, как животворную очистительную влагу из священной боевой братины. Закончив процедуру, смачно крякнул, спрятал кружку в карман пиджака и как-то виновато улыбнувшись продавцу, промолвил: «Теперь можно жить». Он также неожиданно исчез, как и появился в дверях аптечного киоска, искусно управляясь со своей тележкой при помощи 2 деревянных чур. И вновь
Я стоял потрясенный и потерянный, боясь пошевелиться от ужаса и обыденности всего происходящего, забыв о своих лекарствах на прилавке. Словно удавом загипнотизированный кролик, взирал я на все это и ждал, что сейчас обязательно случится что-то невероятное. Грянет гром, разверзнется небо, наступит конец света или второе пришествие Христа. Но в ответ звенела тишина, и лишь бесстрастный баритон хозяина аптечного киоска вернул меня к реальности. Стрептоцит забери. Господи, ведь это же все за гранью добра и зла, бился в истерике мой воспаленный и неуемный рассудок. Это, парень, жестокие реалии жизни, и мириться с ними нелегко. Слезьми обливалось мальчишечье сердце. С тяжелой душой я покинул аптечный киоск, став невольным свидетелем человеческого падения. Я искал ответы лишь на один вопрос. Так где же тот предел величайшего терпения, который дает нам силы стоять и не сгибаться, держать удары судьбы и не впадать в отчаяние, находить в себе мужество жить вопреки и не рухнуть в бездну, теряя остатки воли и разума? Мучительно искал я ответ. Искал и не находил. А вот каким беспомощным и беззащитным может порой оказаться человек перед жестокой реальностью жизни, я почувствовал вдруг и сразу, когда услышал человеческий плач. Находясь в плену размышлений, заметно оказавшись на задворках сенного базара, где валялась вышедшая из строя хозяйственная утварь, я услышал плач, похожий на стон, который усиливался и дразнил мое пацанское воображение, рождая в душе чувство жалости и сострадания. Я огляделся. Время катилось к вечеру. Рынок опустел, нырнув между двух ларьков, я увидел его, моего супротивника, сидящего на своей тележке среди поломанных ящиков, кадок для солений, урн для мусора и прочей утвари, готовой к отправке на свалку. Он сидел и плакал. Как малый ребенок, потерявший в толпе родителей и оказавшийся лицом к лицу с враждебным его миром, беспомощно мечущийся и зовущий на помощь близких людей, которых он внезапно потерял. Я затаился, боясь неосторожным движением выдать себя, как вдруг мой злополучный знакомый затих, затем резко сорвал фуражку с головы, ту самую серую фуражку, в которую собирал милостыню, с ненавистью сжал ее в кулаке, смачно выматерился, силой ударил ею о землю, вскинул вверх голову и, закрыв глаза, застыл. Так молчал он минуты две-три. Я уже начал тревожиться за него, но вот услышал слова и незнакомую мелодию песни. Звучала она тихо, очень чувственно и пронзительно. Не судить.
детей. Люди добрые, бесталанную головку не броните, меня, молодца, за тоску мою крути ножку. И пел эту песню мой новоявленный знакомый. Пел так правдиво, так проникновенно, будто оплакивал свою собственную судьбу. Не понять вам, люди добрые, злой тоски моей кручинушки, не любовь сгубила молодца, ни разлука, ни навет людской. Песня звучала так талантливо, так заразительно, что я подумал, если б не его увечье, если б не война, если бы сердце ноет, ноет день и ночь, ждет само, чего не ведая, так бы все в слезах и таяло, так бы все в слезах и вылило. И таким беспомощным, таким бесконечно одиноким показался мне этот человек, побывавший на войне, в жесточайшей мясорубке века, наводивший ужас на врагов, познавший боль поражений и радость побед. И однажды, в мгновение ока, потерявший все, здоровье, будущее, судьбу. Мне стали вдруг понятны и взрывы его гнева, обрушившиеся на меня у ворот Сенного базара, и равнодушное молчание прохожих, их щедрые подачки в фуражку инвалида. Понятной стала и безответственность блюстителей порядка, ничуть не осуждающих тот гнев фронтовика. А каким слепым и недалеким в тот миг увидел я себя. Носиться все это время со своей обидой, как с больным пальцем, обидой на человека, сломавшегося под ударами бездушной и немилосердной судьбы. Верх эгоизма, бессердечие, душевной черствости. Конечно, настоящее глубинное сознание этих событий пришло ко мне потом, через годы, но первый урок высокого чувства жалости и сострадания к падшим я получил тогда. У него, у человека, имени которого я не знаю, у калеки, инвалида войны на деревянной тележке с шарикоподшипниковыми колесами, поющего на задворках Сенного базара песнь, похожую на плач или молитву о загубленной жизни, о неистребимости
страдания и горе на нашей грешной земле. Повзрослев и пройдя через многие жизненные передряги, через борьбу за место под солнцем, через схватки с людьми, отвергающими мой жизненный опыт и мои взгляды, я понял не только умом своим, ум ведь бывает практичным, расчетливым, черствым, но прежде всего трепетным и чутким к чужому страданию сердцем понял я, что в нашем жестоком и яростном мире жалостью только и держится жизнь. С жалости берут свои начала самые прекрасные порывы души и любовь, и способность к состраданию, и терпимость к людям, чем-то отличающимся от нас. А самое главное, именно жалость устанавливает то равновесие, тот миропорядок, без которого жизнь на земле превращается в сущий ад. Так чувствует и подсказывает мне мое сердце, часто не соглашаясь с доводами холодного и циничного рассудка.